Ой, хорош, хорош. Я держусь. Нет, не смог. Здание унесло просто. Оно на нас идет, смотрите. Меня унесло. Ай, блин, это жесть. Вот это мощь, смотрите, что оно делает. Готовы? Вот это просто жесть. Вот это расколбас. Ого, меня убило этой штукой. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Фрэнка, Гусенек, Угабуга, Кирилл Геймер, Форум, Сахар, Маквейт. Пацаны, скажите классные слова. Привет. 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 Классные слова. А так всем здравствуйте. Ребята, как и обещали, у нас сегодня будет выживание на деревянной постройке, но будет очень круто сделано, потому что мы скачали стихийные бедствия, наводнения, цунами, огненные торнадо. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Давай. Да. Включая землетрясение. А уже начинает шататься. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся снимать что-то очень веселое, классное и позитивное. Если хотите с нами пообщаться, заходите в наш Дискорд. Так, что еще все целые? Ого! Это была кромка. У вас тоже такие звуки? Это всего лишь второй уровень землетрясения. Ух! Что? А что вы все попадали? Гусенек, ты думаешь, что ты улетишь куда-то? Ты никуда не сможешь улететь. Ну, пытаюсь улететь. Давай, давай, лети. Давайте четвертый, тогда хорошо. О, я вижу, прям вон там, смотрите, уже такие штуки появляются. Это что, лопается земля или что это? Ого, тихо, тихо, один сквозь стенку пролез, это законно? Я умер. Понял, все хорошо, контролируем. Ой, красиво разрушилась. Гусенек, ты выжил. Так, у нас есть вот такая вот постройка. Ого! Это гигантская построечка. Я даже не знаю, будет ее смерч ломать или нет, но мы сейчас вместе с вами будем смотреть. Седьмой левел смерча. О, давайте сначала наводнение. Ой, ну слабого уровня. Да, посмотрим, что с этого получится. Но она не сильно высокая, мне кажется, нас она не достанет. О, приближается. Опасная. Интересно, хоть что-то поломается или нет? Смотрите, наравне со спауном, прям четко вообще. Не поломало, да, нас? Нет, снесло что-то. Что-то снесло. А, да, я вижу. Хорошо, хорошо. Давайте теперь вот такое вот мощное торнадо. Ребята, сейчас будет прям эпик. Ого! Я улетел! Если бы я не нажал полет, я бы просто еще летел на край карт. Я вижу, кто-то еще живой. О, хотите гипер-торнадо? Давай. Вам понравится, пацаны. Вот это сила! Ну, смотрите, он очень быстрый. Он уходит от нас. Я знаю, мы сейчас еще поставим. Ой, через нас прошло, здание целое. Может, это здание какое-то читер? А, нет. Здание не читерское, забирает свои слова назад. Оно на нас идет, смотрите! Меня унесло. Ай, блин, это жесть! Вот это мощь! Смотрите, что оно делает! Здание просто разрушается на глазах. Я в конце карты. Ну, да. Это нормально, так и должно выйти. Да. Вот такое я люблю. Ой-ой-ой-ой-ой, я улетаю! У-ху. От здания ничего не осталось, смотрите. Фундамент даже сейчас не останется. Доски летают по всему. Просто жесть. Смотрите на небо. Ого. О, оно черное. Ну, чернющее. Так, ребята, ну сейчас мы сделаем еще более эпически, потому что сейчас мы будем ставить огненный торнадо, который будет все поджигать. И давайте поставим вот такую вот построечку. Залетайте. О. О, где моя ванна? Ванна. Где она? Ну что, пацаны, ставлю самый мощный огненный торнадо. А перед тем я сделаю нам цунами. Сначала водичка, а потом огонь. Ой, что-то, пацаны, оно немножко большое, ничего страшного. Все, в туалет смываемся. Ой. Я на корточках сижу, если что, оно мне задержит. Об стол буду держаться. Поплыли. Давай. Ой, хорош. Я держусь. Нет, не смог. Здание унесло просто. Вот это, пацаны, это здание мячик, но укатилось просто. Поднимайтесь, пацаны. Это смотровая башня.
Так, ну что, как я и обещал, огненный торнадо. Давайте сначала не сильно большое, потому что мы сразу умрем мгновенно. У нас есть... Вот! Ой, красота-то какая! Ой, что-то я горю. Вы там не горите, пацаны? Не, нормально. Я сгорел. Я просто сгорел. Бензин. Немножечко Водите. Разрушилось. Ну как-то... Идет прямо на пацанов, смотрите. Давайте, давай. А, нет, мимо, мимо. Полта лава. Давайте еще поставим. Полта лава. Ай. Она прям в них поставилась. Улетает. Все нормально, пацаны, все хорошо, я с вами. Я улетаю. Ой, там уже не выйти. Ой, все горит. Но зато тепло будет нам. Зимой. Ой, я ниже спущусь, чтобы немножко выжить. Вот тут печка работает, оказывается. Еще. Еще. О, еще. Вон он будет, она. Блин, ребята, ролик заслужит 100% лайка. Вот это эпик! Все горит! Оно просто сносит создание. Я тут на кровати сижу, мне нормально. Смотрите, куда все уносит. Зато кровать осталась. Да? Ну еще вам поставлю одно. И еще. И еще. И еще. Все хорошо. Все выписываешь. Слишком мощно. Да не, пацаны, нормально. Сейчас, ребята, ставлю здание и ставлю самый большой огненный смерч, который есть в этом моде. Это будет прям очень эпично. Все, заходите, мой дом. Это твоя хата? Ой, Дима, это твоя хата? Да, это мой дом. Я пожертвую его заради ролика, чтобы все было красиво. Так, я отлетаю и сейчас поставлю самый большой огненный смерч. Так, идемте крушить дом Димы. Не ломайте мой дом. А, будете ломать мой дом, я тогда вам вот так сделаю. О, я даже не успел в дом зайти. Блин, у меня лагает горизонт. Это жесть, ребята, что значит самая гигантская торнадо? Прощай, дом. Я еще жив. Теперь у тебя Димша. Нету дома, нету. Ой, тут стена немножечко упала. А я сейчас сделаю вам, ребята, сюрприз. А вы сейчас увидите. Бомбу кинет. Нет, не-не-не-не-не. Ни в коем случае. Ты что? Какая бомба? Две бомбы. О! Ой. Это случайно не бомба? Нет, это не бомба. Это самое сильное землетрясение, которое есть в этом моде. Ой. Самое мощное. Это нас колбасит. Ой. А что, еще нормально, да, пацаны? Хорошая погода. Хорошая погода, да. А, мы живые еще, пацаны. Я на первый этаж свалился. Да все нормально, все, оно ушло. Все туда живем. А что так слабо, да? Давай еще. Еще? Давай. Еще. Здание горит. Туши. А мы его сейчас потушим, пацаны, сейчас я его потушу. Вот газировка есть, тушите. Надо вот так под лестницу стоять, чтобы я не упал. Все, тушим. Ребят, огонь. Наводнение, готовьтесь. Блин, оно потухло уже, зря я наводнение запустил. Но это цунами мощнецкое. Пока, ребята. Ой-о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 й-
Ёлок. Ай, блин, класс. Люблю такое делать. О, давайте у меня есть вот такая эпическая постройка. Смотрите. Готовы? Вот это просто жесть. Это расколбас. Ого, меня убило этой штукой. А где дом? А ты не видишь дом? Я не вижу. Я тоже его не вижу. А где дом? Давай сразу с горячего. Давай. Ой, нет. Это такое, знаешь, типа, манесенькое. Ой, ой. Слишком горячее. Да нормально, но она маленькая, видите, чисто такое поржать. Мне нравится, Гусуняк, у тебя именно много ума, чтобы физганом смерч трогать. Это ты молодец. Ай, аптечки, аптечки. Ой-ой-ой, жопа горит. Жопа горит. А чё здание не разрушается? Чё оно не горит? Она нагрелась. Ого, я сколько их поставил. Так, увеличиваем ставки. Мы ещё не запускали самое большое... Торнадо. То было мега смерч, а это просто гигантская торнадо EF-15. Смотрите на небо, просто наблюдайте. Ой, прощайте, пацаны. О, здание улетело! Про
просто улетела. Я выжил, но я улетел. Это просто жесть. О, все, заходите. О, давай, закрывай. Вот, это уже, ребята, настоящий бункер. Спасибо тебе за такую построечку. Открой. Саня, что делаешь? А у нас вообще тут хорошая погода. О, хорошая бункер. Ой, кто-то полы украл, пацаны. Крыши нет, что за бункер, который крыши нет? Да выживем. Ой, чувак улетел. Дим, ну зато у нас компьютер есть. Ну да, смотрите на небо, как это красиво. Ой, ой, оторвало что-то. Ой, пацаны, я вылетел с бункера. Это прям эпицентр. В нашем бункере эпицентр был. А я на диванчике полетел. Там компьютер летает. Ай, блин, класс. О, все, в принципе, целый бункер. Клавиатура осталась тут в воздухе висящая. Какой девайсик. Все, будем проверять, выдержит ли бункер мощное цунами. Так, закрывай, закрывай двери обязательно. Меня. Так. Говорить крышу. Все, я опять компьютер. Ждем смерти. Да сейчас у нас что-то... А, пойдет так дверь? Хорошо. О, все, закрыл. Молодец, ребята. Напиши в комментах, выдержит он мощное цунами или нет. Осталось чуть-чуть. Давай веревками. Веревками скреплять, чтоб не унесло нас. Ну давай. Ух ты! Твои веревки до одного места просто! Выломало все просто! Офигеть! Мы куда-то с Саней полетели на стуле. Очуметь! Ребята, смотрите, какое мы просто гигантское большое здание поставили. Сейчас мы попробуем еще раз выжить от мощного цунами. Готовы? Да. Пошло цунами. Садись, Саня. Ой. Ой, я думал, оно не будет выше нашего здания. Ну ладно, давай. Ладно, пацаны, я всех любил и уважал. Прощайте, вы были хорошими пацанами. Прощайте все. Дима, я котика взял. Мы выжили. Мои мы выжили, представляете, это здание смогло выдержать. Мои веревки нас спасли. Да, сейчас придется еще ставить. Ой, только мы тонем. Куда мы поехали? Волна падай, волна. Ай-яй-яй. А не, здание немножко там поломалось внутри. Смотрите вовнутрь. Ребята, раз мы выжили в этом здании, я теперь ставлю очень мощную вещь. Ой, нет, горим. А, мы все сгорели раньше того, чем оно разрушилось. Давайте посмотрим, как оно ломается. Ой, красиво! Ой. Это очень эпические кадры. Что? Это просто красота. Что это за клетка? Обезьян. Дом ломается. Оно мимо идет или сейчас через здание проходить? Сейчас будет проходить. Еще будет. Не будет, она решила уйти. Ну там кусок здания улетел, кстати. Набедокурило и все. Ой, горим. В эпицентре прям. Горим. Ясно, чтобы не ух покрасло. Ты! От здания ничего не останется сейчас. Последний, ребята, эксперимент. Ребята, мы сейчас ставим мощные бомбы и запускаем торнадо. И эти бомбы просто разлетятся по всей карте. Это будет круто. Готовы, пацаны? Можно на бомбу сесть? Да, садись. О, давайте реально на бомбу все, одну сядем. А где? Стой, садись. А что не улетели бомбы? Бомбы приварены. Бомбы, вы что, приваренные? Нет. Хорошо, давайте тогда другой возьмем. Который реально... Я знаю, что их может подкинуть. Саня, ты где? На бомбе. Ой. Мы улетаем, улетаем, сейчас взорвется. Полетели. Ура! Ой. Ой-ой-ой, ребята, это у нас было землетрясение, которое их подкинуло в небо. А, вот это мощь! Красота. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Пацаны, все сели на бомбу, сейчас будет эпический взрыв. Бум! Самолетикс.